Всем привет, с вами канал Юшки Двы. Как я обещал, что совсем скоро выйдет видео, как сделать, то есть заспавнить коричневую гривную корову в Майнкрафт. Да, значит, сегодня я и покажу вам, как ее заспавнить. В прошлом ролике я вам показывал, как заспавнить коричневую панду в Майнкрафт. А сейчас мы будем спавнить коричневую гривную корову. Она тоже считается деткой. И она никак не может заспауниться с помощью этого яйца призыва. Она никаким образом не заспаунится. О, даже маленький появился. Даже маленький тереночек здесь появился. Да, эта магия реально работает. Смотрите, нажимаю на рычаг и появляется коричневая грибная корова. Это магия реально. Но это все-таки нужна команда. Так что ж, приступаем. Сначала нам понадобится забор. Что они тут бегают тут? Командный блок. Чтобы его получить, пропишите такую команду. Вот, повешите такую команду, и вы получите командный блок. Ссылку на эту команду я оставлю в описании. Ой, здесь маленький какой-то. Красный маленький гривной теленок. Два маленьких красных гривных теряк. Так что, вставляем эту команду, которую я оставил в описании. Нажимаем «Готово». Теперь ставим рычаг. И вот появляется коричневая гривная корова. Давай это повторим. Вставляем команду, нажимаем рычаг. Меня посмешил этот момент, когда я сказал, вставляем команду, вставляем рычаг. Меня посмешил этот момент. Кстати, я хочу в комментариях оставить ссылку, то есть тайм-код на этот момент. Даже если призвать под ним другую гривную корову, значит маленького, все равно будет коричневый теленок гривной. Но на гривном теленке маленьком нет грибов, так как он еще маленький, а у больших есть грибы. О, грибные коровки. А это редкие коричневые. И вам не понадобится никакое яйца там призыва, какой-то там. Мне показалось, или это был эндермен. Нет, это показалось. Это были жители. Ну вот, я с вами показал, как сделать в Майнкрафте коричневую гривную корову без всяких там каких-то модов. Непонятных модов там. Вот, я сегодня и показал вам, как это все сделать, если вы даже не можете это сделать. Вот, а с вами был канал Ёжики ТВ. Всем пока!